Всем привет! После долгого видеоперерыва решили снять новое видео. Будет рыба в банке с помидорами и с луком. Все делаем простенько. Произвольно режем помидоры. У меня вот есть такой замечательный ножичек. Папа сделал у меня такой замечательный ножичек. Всем очень удобно. Нарезали. Складываем наши помидорки в банку. Режем лук. На немелкие куски. Сильно не мельчим. Лук нарезали. Выкладываем в банку помидорка. Проще руками закладываем лук в баночку. Положили помидорки лук. Чуть-чуть сыпем морской соли. Крупной морской соли. Перчим. Рыба у меня подготовлена заранее. Рыба горбуша. Я ее помыла и просто сложила в пакет. Закладываем рыбу в банку. Каждую рыбку чуть-чуть поперчим. Посолим. Так, закладываем всю рыбку. Режем помидоры на верхний слой. Также не мелко, также произвольно. Если хотите, шкурку можете снять. Вкладываем в банку поверх рыбы. Лук выкладываем в банку поверх рыбы и поверх помидор. Все, выложим весь лук. Можно еще чуть-чуть поперчить. Буквально немножечко бросить морской соли. Немного оливкового масла. Все закрываем фольгой. И в аэрогриль. Все ставим в аэрогриль. На нижнюю решетку с расширительным кольцом. Температура 205 градусов. Скорость средняя. Время делаем 45 минут. Можно больше. Тогда это будет типа как консервы даже. Очень вкусно. Все, пуск. Нашей рыбке осталось готовиться 15 минут. Видим, в баночке уже очень много бульончика. Рыбка побелела.
И за оставшиеся 15 минут как раз все будет готово. Наша рыбка готова, но пока мы ее не будем вынимать, она чуть-чуть постоит там и остынет. А потом мы вынем и покажем ее вам на тарелочке. Сейчас мы будем доставать эту рыбку, будем кушать, и подкуша будет кушать эту рыбку. Как-то получилось вкусное. Пучок. Конечно, лучше сразу все какую-то одну пару. Так, выкладываем нашу рыбку. Видите, сколько бульончика? На тарелку кладем рыбку, наливаем бульончиком. Корочка. Приятного аппетита! За интересующими вас рецептами заходите к нам на форум «Готовим дома, пробуй сами».